Одесский район. Юля, куда мы едем? Это раскрываем секрет. Давай, ревизор. Мы едем на Лавандовое поле в районе Каблешково. А дальше секрет, завяжу вам глаза и покажу туда. Сколько километров от Приморска? От Китина 75 километров. В сторону Бургаса получается, да? Да, Бургас. Ну все, ты уже всем рассказал. Какая у нас была компания? Нет. Милка. Привет. Стулом. Давайте я возьму, господи. Опа, все. У тебя место. Класс. Приехали на Лавандовое поле. Платное. Да? Номер телефончика для брони. Номер телефончика. Добрый день. Скидку на сюда к вам можно? Можно, можно, можно. Чекать. Чекать? Ой. Чекать можно. Сейчас пчелы вылетают, так поняла. И будет как вот у Наулика, знаете, есть этот отдых, там какой-то релакс на этом. Пахнет так лавандочка, но она уже отцветает. Она уже отцвела. Юля, ты что не предупредила? Готова к фотосессии? Переодеваются, где? Прямо на улице. Скидки нет. Для чего? Для бабла? Ты же видишь, где я свой держу? Милка, твоя очередь скоро фоткаться. Самолетик, да. Четыре левометр. Это на Олимпику. А, реальность фотосессии. Обувь чистит. Ноги грязные. А? Нам надо взять этот фотинг в Турции. Конечно. Так не будет уже лавандового поля. Можешь взять фотинг. Мила. Стул главное не забыть. Контент.
Да, ну реальность красивых фоток на самом деле. Ну да. А, он ноги. Свои надо было показать. У меня чистые.